да. Ох, ебать, тут Зиккурату. Веркнайта построен. Скайфокс вторгается, но его долбят турельки. Кстати, не так эффективно, как ожидалось. Что-то совершенно невероально, какие-то совершенные не сразу выносятся. Но все равно выносятся. Соснул, соснул Скайфокс. Я знаю, что у тебя большая армия. Как вы, кстати, в курсе, что у Скайфокса аж две базы? Это настолько хитрая, блядь, педрила, что она уже... Не буду говорить, что делает. 3D-рот. Кто-то уже двигает свои яйца, я правильно понимаю, да? Так. Скайфокс бежит. Прибежал. Так, торгается. Активненько-то. Все равно Скайфокс проход не дают. Так, самое главное, поскопить. Большой дядя Элбер. О, эскадрилья прилетела. Нормально. Что же они будут делать? Правильно, ебать. Так, я тебя понял. Подыхать. Опа, ядерка взлетела. Скайфокс, ты в курсе, да? Сейчас да, он по тебе... А, не, он не по тебе, он по твоему роботу. А толку? Бля, робот, конечно, пиздец. Большой дядька трансформер. А от синитки у нодов, чтобы ты понимал. Я дальше понаблюдаю. Зачем? Ты один остался. Ты просто сейчас сдался. А! Хочешь, девочка, в тиски? Здравствуйте, здравствуйте. Здорово, здорово. Уходи, братан. Итак, Забавон начинает атаку на базу Мордекая. Для того, чтобы понять, где она и что на ней находится, он использует две группы роя. Одна для отвлечения живой силы и атаки, а вот вторая, которая сидит в Тибериуме, сейчас пойдет прямо на базу Мордекая и начинает срисовывать все, что у него там понастроено. Узнав точное расположение построек Мордекая и какая там живая сила, Забавон отдает приказ о начале штурма. Естественно, он разделяет армию на два, одна предназначена для живой силы, вторая для штурма, непосредственно построек. Тем не менее, первую армию быстро сливают, а вот вторая все еще остается и начинает сражаться уже с охраной базы Мордекая. Я неплохо учусь, да? Битва выиграна, потому что большое количество собачек у Забавона в армии, и он разносит Мордекая в щепки, после чего тот начинает капитулировать.